Все лучшее котикам. Купила себе ортопедическую подушку. Эргономичненько. И еще такую клевую кофту. Да, кофтень нормас. Почему котики пялятся в одну точку? О, великий Катана, все будет сделано, как ты хочешь. Они слишком глупы, чтобы догадаться. А? Хм. Блин, покупали котам 100-500 мышей. Куда они все делись? В это время где-то под ванной. Во славу Катаны! Если вы хотите осчастливить весь мир, идите домой и накормите своего кота. Катфуций. Шум на улице. Пофиг. Человек пришел домой. Не стоит того. Конец света. Скукотища. Человек достал черешню. Божечки-кошечки. Пошла в душ, не покормив котика. Мяу, мяу, мяу. Она же там умрет. Точно умрет. Она еще так молода. Во имя Катаны, да спасите же ее. Пошла в душ, покормив котика. Если утонет, сама виновата. Моя лежанка. Мой домик. Мой стул. Мой кит. Кись, какая же ты вредная. Я не вредная. Я полезная. Киська, ты меня куснула. Это агрессивный чмок. И да, всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова. И в сегодняшнем выпуске я собрал лучшие комиксы проекта Luxury Cot Luxury. Ссылки на проекты автора будут в описании под этим роликом. Чекайте, чтобы посмотреть больше комиксов или заказать себе прикольный сувенирчик с героями этого выпуска. Ну а мы поехали. Когда решила проверить время... Проснулась! Наконец-то! Еда! Вставай уже! Видео со звоны кошатников. Привет! Приветики! Ой, ща, подожди секунду. Да, да, мне тоже надо кое-что. Вот! Артур, чи, скажи мяу. Бе. Кис, иди ко мне, поглажу тебя. Тебе это больше нужно, чем мне. Нет ничего более мягкого и гибкого, чем кот. Но попробуйте оказать ему сопротивление. Катфуций. В этом ролике будет много мудрости от Катфуция. Когда решила поделать дела. Маяхи, маяхо. Погладь. Ну погладь. Ну погладь, ну погладь, ну погладь. Вот вкусненькая еда с манго, киноа, кальмарами и креветками для моего любимого сладенького пирожочка. Ой, а мне что? Гречка. Бедный человек не тот, у которого нет рулона туалетной бумаги, а тот, у которого нет кота. Катфуций. Даже не думай, кисонька. А я не думаю, я действую, хе-хе. Бдыщ. Когда выходишь из дома? О, сейчас, я только возьму кое-что из комнаты. Ля-ля-ля. М? О, кисонька, такая милая. А зачем я пришла? Когда неудачно пошутил. Ну и что потом? А потом суп с котом. А? Чего? Ах, такой прекрасный котик от голода помирает. Еще чуть-чуть и совсем-совсем помрет. На, котик, держи. Это чё, не лосось? Когда уехала на одну ночь. Как я могла бросить котика в одних? Я чудовище. Когда вернулась. А ее не было, что ли? Что, по моему мнению, делают котики, когда меня нет дома? Хе-хей! Потихар! Тиху! Долой людской гнет! Что происходит на самом деле? Так устала, ща умру. О нет, только не умирай, пока не покормила. Вот, налила котам воду, они не пьют. Котики высшие существа, они знают, что вода плохая, вот и не пьют. Им нужна чистейшая артезианская вода в хрустальной ванне, освященная великим катриархом. Вода с удобрениями для елки. Впусти, впусти! Через 5 секунд. Выпусти, выпусти! Все почести этого мира не стоят одного хорошего кота. Катфуций. Кот, а ну вон из шкафа. Почему ты не даешь котику сидеть в шкафу? Потому что там куча дорогой одежды, которую я не ношу. Охота. 1 миллион лет назад. Максимально бесшумно подобраться к добыче. Сейчас. Жрать хочу, жрать, 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 жрать. Селфи с котиком. Ожидание. Реальность. Столетия ночных раскопок лотка наконец-то увенчались успехом. Мы нашли его.
Горшок судьбы у нас. Ой, что будет? Давно пора. Он прекрасен. Вжух. Счастье — это не жизнь без забот и печалей. Счастье — это кот. Конфуций. Поспать на предверном ковре. Шик. Поваляться в пыли. Кайф. Покопаться в мусоре. Круто. Быть поглаженной человеком. Фу, блин, фу. Когда кисонька пришла и ушла, а шерсть ее осталась. Метод воспитания. Какая нехорошая киса. Видеть тебя не хочу. Через 30 секунд. Кисю прогнала, она же такая хорошая и такая милая, как я могла? Она же теперь страдает от раскаяния и от одиночества. Я чудовище. Прости! Дашь вкусняшку, прощу. Катарцист. Катарцист — это человек, изгоняющий котика из комнаты. У меня есть права! Когда надо дать лекарство котику. Я занят. Очень-очень занят. Ой, столько дел, столько дел. Не гоняйся за счастьем. Оно всегда находится в твоем коте. Катфуций. Кисонька, нельзя сидеть на столе. Но я не на столе, я на салфеточке. Когда ты не в фаворитах. Мяу-мяу-мяу. Котик. Не для тебя моя шубка пушилась. Фу, ну и страшный букет. Перфекто. Когда пытаешься сфоткать кисю. Фиг тебе. Молитвы котиков. Хоть бы забыла закрыть шкаф, хоть бы забыла закрыть шкаф. Дайте человеку кота, ради которого стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации. Катфуций. Как выглядит интерьер модных людей? Дизайнерский стул, дизайнерский стол. Как выглядит интерьер модных кошатников? Дизайнерская лежанка, дизайнерская когтеточка, стрёмная коробка, которую полюбила кисонька. Почему кисоньки застывают, высунув язык? А вдруг я не одна такая красивая кисонька на свете? Ой, не, это чушь какая-то. Как уговорить мужа купить робот-пылесос? Нам не нужен еще один пылесос. Неправильный ход. Тогда сам и убирайся. Правильный ход, ты только представь. Врум-врум, мафака. Берем. Когда хочешь сфоткать котика. Фигушки. Когда хочешь сфоткать не котика. Как не котика? Пособие по тисканию своенравных кисюк. Первое, найти спящую кисюку. Второе, подождать, пока она не проснется. И... тискать! Коту нужен человек, который своим достоинством был бы равен достоинству кота. Катфуций. Кошмар котика. Забыл закопать туалет. Когда покормили на 5 минут позже. Ах, котик был так близок к смерти. Главное в человеке не ум, а то, что им управляет. Кот. Катфуций. Мой день. Хватит есть скрепки. Хватит дрыхнуть на грязном ковре. Хватит портить обувь. Хватит играться с туалетной бумагой. Хватит есть из общей посуды. Всех поругала. Теперь можно и поработать. Хватит везде оставлять недопитый чай. Ага-ага. Ой-ой. Каждое мгновение жизни – это еще одна возможность погладить кота. Катфуций. Гид по эмоциям. Радость. Недовольство. Игривость. Солнечный зайчик. Вау, это чё? Котовье свет. Бескотовье тьма. Катфуций. Хюпи-хюпи-хюпи. Ура, кисонька проснулась. Как проснулась, так и уснулась. Хюпи-хюпи-хюпи. Достойна та жизнь, которая прожита ради кота. Катфуций. Подумай, как трудно изменить себя, и ты поймешь, сколь ничтожны твои возможности изменить кота. Катфуций. Что мы покупаем котикам? Что котикам по кайфу? Какой-то непонятный носочек. Жизнь бессмысленна. Цель кота – придать ей смысл. Катфуций. Когда котик решил поесть пораньше. Мяу, мяу, мяу. Кот, прекрати, ты не умираешь. Мне лучше знать, умираю или нет. Ничто так не разрушает человека, как продолжительное бескотовье. Катфуций. Есть только одно благо – кот, и только одно зло – отсутствие кота. Катфуций. Когда приходишь домой?
Кот, привет. Знать тебя не знаю. Кушать. С этого и надо было начинать. Как стать лучше? Всегда будьте строги к себе и мягки к котам. Конфуций. Когда помыла туалет? Котики, я помыла ваш туалет. Теперь можете делать там свои дела. Ну и что тебе медаль за это дать? Страшилки котов. А потом она наполнила ванну водой и залезла в нее. Мамочки, да она чокнутая, капец. Когда решила погладить кисоньку. Фу, блин, опять вылизываться. Когда покупаешь новый корм. Сама ешь эту гадость. Когда ты маленькая пушистая кисонька, но величие у тебя в крови. Когда зацепилась коготком? Эй, алло, чё расселись? Кисоньке тут помощь нужна. За что котики нас любят? Опять накупит себе гадости в магазине, а мне пакетик подарит. Друзья, спасибо за просмотр. Жмите лапку вверх, чтобы поддержать этот ролик. Только убедитесь, что вы не смотрите видео вверх ногами. А то некоторые смотрят ролик перевернутым, ставят лайки, а получаются дизлайки. Не надо так. Не забудьте подписаться на соцсети Лены Соломоновой, автора комиксов из этого выпуска. Ссылки есть в описании. И загляните на ее сайт, чтобы подобрать крутой сувенирчик себе или в подарок. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а с вами был Алексей Сова. Пока-пока.